Генеральная уборка в самом разгаре. Около 4000 тонн пыли, песка и грунта вывезено с омских дорог, сообщают в городской администрации. Хорошая погода позволила сотрудникам управления дорожного хозяйства и благоустройства начать уборку улично-дорожной сети за месяц до официального старта летнего сезона. Рабочие очищают магистрали и прибордюрные зоны от грязи, которая скопилась за зимние и весенние периоды. А когда этот этап будет завершен, дорожные службы намерены начать пылесосить и мыть дороги. Пешеходные зоны, бордюры, остановки и ограждения. План уборки расписан не только на лето, сезон завершится 15 октября.